Такие пейзажи вполне радуют 85% жителей Прибайкалья. Столько человек довольны условиями жизни в своем населенном пункте. Цифры взяты не с потолка, их предоставил Иркутскстат по результатам опроса. Большинство респондентов устраивает качество коммунальных услуг, количество детских площадок, а также парковок. Состоянием своего жилья также довольны многие. А жалобы, если есть, то на плохую шумоизоляцию в домах и недостаточный ассортимент в магазинах.